Доброго вечора, вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Чим живе область», студія Наталі Якобсон. І у нас сьогодні гость в студії, поспішаю вам його представити, це Сергій Самуков, голова Очаківської райдержадміністрації. Вітаю вас в нашому ефірі, доброго вечора. Добрий вечір всім. Ну і, звичайно, не без питань обійдеться, ми з вами сьогодні поспілкуємося про життя Очаківщини, Очаківського району, і деяких питань хотілося б торкнутися точково. Найперше, розпочався в нас новий навчальний рік, так, і, звичайно, хотілося проговорити про фінансування шкіл Очаківського району, адже не всюди вистачає фінансування на шкільні автобуси, на підручники і ще якісь болючі проблеми. Фінансування закладів освіти Очаківського району цілком ведеться за рахунок освітньої субвенції. Державна виділяє коштів на одного учня. Чем больше учеников в школе, тем больше денег отримает школа. Из 13 школ района только 4 школы могут финансироваться самостоятельно, которых хватает коштів освітньої субвенции. Мало того, у них еще и дуже великий залужок. То есть, которые они могут направлять на капитальные выдатки. Другие школы, они не могут финансироваться с державного бюджета, потому что им не хватает державного бюджета. Потому эти вопросы уже давно назревают в Очаковском районе. Это не только в Очаковском районе, я думаю, это во всех районах и области Украины, потому что у нас есть малокомплектные школы, которые, в принципе, все эти годы финансировались за счет больших школ, которых хватает коштів, чтобы финансировать. В Очаковском районе из 13 школ, как я уже сказал, только 4 могут финансировать. У нас было принято решение районной рады. Хочу первое сказать, что закрывать, открывать, реорганизовывать школы не входит и не имеет права голова районной державной администрации. Перш ніж ви продовжите цю думку, хочу ремарку невеличку зробити щодо статті, яка з'явилася днями в деяких інтернет-виданнях, щодо того, начебто має закритися Покровська школа, що знаходиться на Кінбурнській косі. Хотілося, щоб ви окремо прокоментували цю тему. Окремо хочу розказати по Покровській школі. В декабрі 2015 року вийшов зміни до закону України, що запрещено фінансувати заклади освіти, яких менше 25 учнів навчається, за рахунок державної субвенції. То есть за рахунок державної субвенції запрещено, это не значит, що запрещено за рахунок інших джерел фінансування. Это місцевого бюджету. И также были зміни законодавства внесены, что, как то, что я сказал, что возможно фінансувати или дофінансовувати школи за рахунок місцевого бюджету. И в Покровской школе на протяжении вот 3 года я уже работаю, 2,5 года работаю головой администрации, там 15, 16, 17 учеников. Там нет классов, все навчаются на... 15-16 учнів на всю школу? На всю школу, чтобы вы понимали. Там нет классов, все ученики в основном они навчаются на индивидуальном навчании. Обходится эта школа району с державной субвенцией, обходилось порядка, я точно цифры не помню, так не будем, где-то 400 тысяч в год. Если взять по рахунку на дитину, то на 17 учеников брать в среднем не хватает порядка 200 тысяч, чтобы было понятно. То есть эти 200 тысяч мы снимали с больших школ и перебрасывали в Покровку. Но сейчас вышел новый закон Украины, что запрещено финансировать школы, где меньше 25 человек, и эта школа у нас, по сути, попадает под эти 25 человек. То есть 17 человек, кроме початковых классов. Мы запропонували всем сельским головам. У нас была створена координационная рада, и по каждой школе, окремо, особенно малокомплектными, приезжает сельский голова, приходит директор школы, и мы были на сессиях сельских и озвучили эту проблему. Каждая школа, которой не хватает денег, имеет свой дефицит, допустим, там, у кого там 100 тысяч, там 200 тысяч не хватает и так далее. Мы понимаем, что когда идет процесс децентрализации, что рано или поздно с этой проблемой столкнемся, что просто не будет откуда брать денег, потому что крупные школы, как правило, остаются в громадах, там, где объединяются. У нас в Очаковском районе уже объединялась Куцурубская громада,
вы знаете, то есть там самодостаточно, там школа, по сути школа, если, допустим, если взять в 2015 году, в 2016 году она полностью получила освитную субвенцию на своих учеников. Если с 15-16 сравнить, я думаю, я точно цифру не, ну, порядка 700 тысяч у них сверху на свои там утепления, окна, они могут направлять эти деньги, им хватает. Стал вопрос по Покровской школе. Я говорю, 17 учеников. То есть я не имею права финансировать ее с государственного бюджета. То есть с 1 сентября. Этот вопрос уже, я был на сессии Покровской сельской рады, и этот вопрос озвучивал, эту проблему. Привозил на сессию депутата Верховной Рады Тараса Кремня, мы все с ним приезжали. Я говорю, ну, я жду пропозиции от сельского головы, от депутатского корпуса. То есть я считаю, что пропозиция, школа прежде всего нужна сельской громаде. Пропозиция должна идти от сельской громады. То есть как, за счет чего, как финансировать школы. Есть районный бюджет, который состоит только из подоходного налога. В результате реформ, которые последние два года прошли, местные сельские бюджеты, то есть властные доходы сельских выросли в разы, я вам хочу сказать. То есть у каждого есть властные доходы, то есть ты должен дофинансировать школу с властных доходов. Если вы хотите, если, допустим, сельская рада Покровская хочет, чтобы осталась Покровская школа первого трупа, третьего ступеня, то есть до 11 класса, значит, она должна, ну, или местная рада, то есть, прежде всего, это Покровская сельская рада, она заинтересована, она может створить коммунальное предприятие и взять эту школу на свой баланс полностью, мы готовы были передать, в том числе и передать землю под школой. Я еще раз говорю, что я не имею права ни закрывать, ни открывать, ничего с этой школой делать. Это имущество районной рады, районных депутатов. Тем более школа под землей, которая, ну, находится, как в интернете вчера, вот позавчера написали, что якобы претендует кто-то на эту землю, это, ей может распоряжаться только Покровская сельская рада. Ни областная, ни районная, никто, тем более администрация, никто этой землей распоряжаться не имеет права. Но на 1.09 от Покровской сельской рады, единственная, кстати, сельской рады, единственная у нас осталась проблемная школа, не поступило ни одной пропозиции. Мы предлагали, первое, понизить статус школы. Ну, допустим, раз все дети на индивидуальном навчании, они переживают за здание. Мы им предложили, давайте мы понижаем статус, допустим, до первого ступеня, мы сохраняем часть освитной субвенции. Дети с 5 по 9 класс у вас на индивидуальном навчании. Что такое индивидуальное обучение? Учителя знают. Родители пишут заяву. И заметьте, учителя ходят домой к детям и занимаются детям индивидуально. Они, не надо их возить в школу, не надо никуда. Это, за это они получают доплату и так далее. Ну, сельские голова, сельские депутаты, громада, села, они категорически против. Вот мы не хотим, мы хотим, чтобы было первое. Я говорю, чем рискуют? Дети с 5 по 9 класс, в Покровской сельской раде находятся две школы. Васильевская, где 42 ученика, и Покровская, 17 учеников. Они бы написали заяву, числились бы в Васильевской школе и индивидуально бы, как и продолжали, в принципе. Единственное, что в выпускном дипломе, а по окончанию школы они бы заканчивали Васильевскую школу. Это первый был вариант предложен, чтобы сохранить часть субвенции. Они на это не пошли, не хотят. То есть второй вариант мы предложили сделать с Покровской школы 1-3 ступеня филию. Филия могла быть только не 1-3, она бы осталась 1-2 ступеня. В 11 классе у них один человек, в 10-11 классе. Они тоже пришли на сессию районной рады, причем, говорю, это ж не решаю я, это решают депутаты, устроили демонстрацию, ну и так само как-то ввели в оману депутатов и не проголосовали за этот вопрос. И 31 числа, 31 серпня, когда уже начался новый учебный год, уже затвердили все списки и штаты, по штатам 20 было серпня, последний срок затвердения штата, 17 учеников там было. То есть я не имею права финансировать сосветнюю субвенцию. Я попросил, написал письмо в районную раду, что не маю права финансировать заклады освіти. Районная рада должна сказать, если мы не меняем статус, не реформируем школу, тогда покажите мне, пожалуйста, как финансировать эту школу. Или сельская рада, или районный бюджет. Районный бюджет – это бюджет сельских рад. Взбунтовались другие сельские рады, они говорят, подождите, если Покровской сельской раде школа не нужна, то
то почему она должна быть нужна Черноморске или или там Парутинской или другой какой-то сельской раде? Они говорят, подождите, мы свои заклады освиты дофинансовываем сами. Те, допустим, не хватает, мы вносили пропозиции, у нас есть такие, я уже назвал, говорю, из 13 школ, 9 школ у нас, по сути, надо дофинансовывать. То есть мы дофинансируем их сами, то есть... Если вам надо эта школа, дофинансируйте, тем более резервы у вас есть, ресурсы есть. Мы знаем, что на первое, за 9 месяцев только перевыполнение бюджета Покровской сельской рады стало 190 там чем-то тысяч. То есть деньги есть, если вам нужна школа, принимайте решение. Ну, и поэтому мы созвали комиссию, депутатскую комиссию освитнянскую, и решили собрать позачерговую сессию, потому что с 1 числа учителя не будут получать заработную плату. Никто не возьмет на себя смелость подписать платежку, но это нарушение законодательства, мы все понимаем, мы действуем в рамках закона. Но все-таки 6 числа проблема эта решилась. Покровская сельская рада собрала позачерговую сессию, выделила 170 тысяч на финансирование своей школы. В принципе, им хватит до конца учебного года, но нужно думать, ну, до конца на майбутнее надо думать, потому что наступный рук надо думать, да. Или вы понижаете статус, ну, принимаете какие-то реформы, или продолжаете финансировать за рахунок своей сельской рады. Вопросов нет, ни у кого не возникнет в этом проблемы. Потому что, говорю, другие сельские рады, они вот более, я считаю, конструктивно подходили к этим вопросам. Они эти вопросы обсуждали с депутатами, они обсуждали с учителями, с родительским комитетом. Они говорили, вот у нас есть школа. Надо, допустим, энная сумма денег, не хватает 150 тысяч. Что мы делаем? Ну, надо властные доходы. Посмотрели свой бюджет, говорят с предпринимателями, увеличивают властные доходы и скидывают субвенцию на районный бюджет, и мы так финансируем школы. Некоторые даже, вот мы понизили статус, мы створили НВК. То есть, тем самым мы сократили расходы державного бюджета. НВК – это, допустим, школа и детский садик вместе. Угу. Тем более, у нас очень часто находится в одном помещении. Ничего страшного, если там будет один директор. Ничего там такого простого, плохого нет. Там. Главное, чтобы не страдали дети и люди. Некоторые сами предложили. Вот мы, говорит, видим, что у нас, вот, допустим, старших классов нету. Давайте понизим статус 1-2 ступени. То есть, сделаем школу до 9 класса. Мы понимаем, что все-таки люди уезжают, все и так далее. И поэтому они сами видят, ну, свой ресурс и свой потенциал. Они, можно же анализировать, сколько пошло детей в детский садик, сколько выпускаются, допустим. Это все, в принципе, местная власть, сельская рада должна творчески подходить. Ведь, в принципе, децентрализация направлена прежде всего на то, чтобы научиться зарабатывать деньги и правильно их тратить. І про децентралізацію ви вже вдруге згадуєте. Дивіться, поки що в Миколаївській області єдина громада, яка об'єдналася, Куцурубська, це на території вашої Очаківського району. Очаківського району. Поэтому, як взагалі діє вже близько року, так? Да, близько року. Діє все це і працює? Все это работает. Прежде всего, да, в рамках закона, прежде всего, они получили право распоряжаться своим подоходным налогом, то есть 60% подоходного налога, которое поступает, раньше поступало в районный бюджет, теперь поступает в бюджет объединенной территориальной громады, и они вправе им сами распоряжаться. В принципе, мы в Очаковском районе уже пытаемся это делать и с другими сельскими радами, то есть, по сути, речь идет, вот децентрализация направлена на то, чтобы сократить админаппарат, то есть, допустим, вот если взять по сельским радам разобраться, что вот сельская рада, что 3000 населения, что 500 человек, что там работает, допустим, 7-8 человек в сельской раде, что там работает 7-8 человек, и это вам дает право, допустим, там на зарплату тратится 500-600 тысяч там, из своего властного сельского бюджета. То есть эти деньги можно направить, ну, нужно ли такое количество везде людей, это раз, и эти деньги можно направить на тот же детский садик, на тот же клуб, на ту же школу, куда, ну, считай, на те же дороги, осветление и так далее. И Куцурубская объединенная громада получила право распоряжаться своими 60% подоходного налога, они объединились, две сельские рады, они сделали это самые первые в Николаевской области. Есть трудности, безусловно, потому что это новое, где-то еще наше законодательство еще не доработано в смысле так. Но самое главное эффект – это они получили доходы,
Это они получили право распоряжаться своими средствами, они получили поддержку государства, потому что государство и областной бюджет им тоже оказали поддержку. Вот недавно вручали школьные автобусы, Чаковский район, по сути, получил 2 автобуса. Один получил на район, а один получила Куцурубская бедная территориальная громада. То есть... Це один з плюсів децентралізації. Ну, дивіться, Очаківський район – це курортна зона, прибережна зона. І хотілося б запитати, як взагалі пройшов курортний сезон цього року, які підсумки, що з туристичним збором і так далі. Туристичный сбор, курортный сезон прошел, слава богу, нормально, он прошел. У нас в Очаковском районе существует 3 сельские рады, которые занимаются курортным, ну, которые активно, ну как, где есть базы отдыха, где отдыхающие. Это Черноморская сельская рада, Покровская сельская рада, так называемая Кимбургская коса, где вот по школе был вопрос, и Парутинская сельская рада, там есть небольшие базы отдыха. Основным, конечно, наполняемость, где самый большой поставлен порядок в работе, это Черноморская лагерная коса. Это относится к Черноморской сельской раде. Они самое большее собирают туристичного сбора, потому что Черноморский сельский голова, любой сельский голова заинтересован в сборе туристичного сбора, он 100% идет в местный бюджет, в сельский бюджет. Он самое большее собирает. Покровская сельская рада проблемна с туристичным сбором. Я не знаю даже почему, хотя, наверное, многие были на Кимбургской косе. Это жемчужина, я считаю, Николаевской области. Расселиться там июля-август было проблематично. Там был аншлаг, свободных мест нет, и не расселиться. Но почему-то сплачивать податки и платить туристичный сбор не сильно хотят. Я считаю, что это прежде всего вина. Понятно, что вроде собирать податки – это дело налоговое. Но с другой стороны, сельские голова отвечают за социально-экономичный стан своего региона. Он должен говорить с предприятиями, он должен говорить с предприемцами, ведь в каждом дворе там практически это мини-гостиница, все сдают номера, все сдают койко-места, ну это же на твоей территории находится, вы должны с этим работать. Ну работать с людьми, почему-то других же получается. Як навести лад, як повпливати на ситуацію можете ви? Я могу только роз'яснювати. Я могу впливати на ситуації тільки роз'ясненням і розказувати, і сравненням. Роз'яснення і сравнення – це дуже дійно працює. Ми так само працюємо по подоходному налогу в розрізі сільських рад. Тобто ми вже в Очаковському районі формується, у нас немає районного центру, тому що він, тому у нас в районі йде тільки один подоходний налог. И когда мы просто ездим по сельским радам, у нас есть в разрезе по сельских рад, кто сколько платит подоходного налога с гектара земли, податков, тогда начинает интересно. И говорим об этом людям. Вот мы приезжаем в сельскую раду и говорим, тут у вас собирают там столько-то подоходного налога, ну да вот с гектара земли, то есть это не то, что там сколько, а вот в соседней сельской раде в 3 раза больше. Задумайтесь, почему. Вы все знаете, кто обрабатывает у вас землю. Вы все знаете, кто обрабатывает у вас поля, кто там фермы, все. Вот спросите, почему они платят меньше, чем в соседней сельской раде. И это работает. Тем более я, в принципе, сторонник того, чтобы вот, я же говорю, почему мы пытаемся уже децентрализовать, потому чтобы подоходный налог, все налоги, которые зарабатывает, ну, каждая сельская рада, то есть определенная громада, чтобы они залишались в этой громаде, чтобы громада была заинтересована зарабатывать, увеличивать подоходный, увеличивать сбор, увеличивать властные доходы прежде всего и увеличивать районный бюджет, потому что районный бюджет я стараюсь придерживаться и пытаюсь это сделать, чтобы он оставался целиком на территории этой громады. То есть ну, заработали больше и получили. Меньше заработали, извините. Ось, як ви зауважили, у вас є 3 сільські ради, які мають прибережну зону, бази відпочинку і перевагу в зборі цього туристичного збору або якихось інших переваги, пов'язані з тим, що люди приїздять відпочити. А що робити іншим сільським радам в цьому випадку? В інших сільських радах більше землі пахотної. Допустим, вот 3 сельские разы, которые я назвал, у них мало земли, которые обрабатываются, но есть вот этот туристичный, там курортный сбор, есть базы отдыха. Но в основном, нет, Парутина еще есть земли больше, в Черноморске меньше, в Покровской стороне, Покровка, то есть Кимбургская коса, там только рекреация, то есть там, по сути, туристический сбор, там курортный сезон, то есть базовый отпочинку, там надо это развивать. К
Кстати, хочу вам сделать такое замечание, не замечание, а наоборот, такое зауважение сказать, что мы, когда были с народным депутатом Тарасом Кремнем, Покровская сельская рада обратилась на нас письмо признать Покровскую сельскую раду важкодоступным. Я написал письмо и в область, и в Киев. Значит, важкодоступный, здесь уж там нет дорог там, и так далее, и тому подобное. Чтобы, ну, все это было направлено на то, чтобы, ну, заклады освіти, может, по-іншому якось фінансувати. Мне пришел отрицательный ответ. Ну, самое интересное, что мне сказали, говорит, вы знаете, что на протяжении последних 5 лет, по-моему, в Покровской сельской раде выделено больше 2500 участков земли. То есть можно признать важкодоступным регион, где земля выделяется, и мы все знаем, сколько стоит земля в Покровской, ну, на Кимбургской косе. Поэтому, говорит, важкодоступным призывать. Там просто нужно по-другому подходить к этому. Когда выделяешь землю, я считаю, что нужно выделять землю под базовую починку, ставить какие-то умовы, условия. Вот я был на форуме Николаев в Батуми, по-моему, помните, в Николаеве был форум, да, мне понравилось их решение вопроса, то есть мы выдаем землю бесплатно, но при условии, что вы, допустим, ставите отель на какое-то количество мест, то есть это и рабочие места, это подоходный налог и так далее. А превратить, как Покровку, там эти наши жемчужины нашего побережья в дачный поселок, для этого не надо много труда, понимаете, превратить в дачный, а вот дать им развиваться, вот это да. Но это нужна какая-то и политичная воля, и громада должна над этим работать, и прежде всего и власть, то есть сельская рада, районная рада не может вплывать, допустим, на их землю, потому что в Покровске у единственного, по-моему, села в Николаеве, в Очаковском районе, у которого есть генплан, потому что в некоторых сельских радах генплана еще у многих нету в селах. Ну, это, во-первых, ну, не дешево так, но у них заинтересованность. І в продовження туристичної теми, так, зараз в місті дуже багато говорять, знов-таки, про спільні рішення влади, громади, активістів і так далі. Дуже багато говорять про екотрасу, її будівництво, майбутню, яка ще тільки в планах. А місто Очаків входить туди і хотілося... І Очаківський район. Так, Очаківський район. Хотілося, щоб ви прокоментували, що з боку вашої влади і громад робиться в бік просування будівництва майбутньої траси? Я вважаю, це дуже хороше діло. Я спілкувався і був на форумі, коли обговорювалася ця екотраса. І общественники, які це все затеяли, дай Бог, щоб у них вийшло. А я вірю, що вийде. Якщо людина щось робить, воно дійсно вийде. Тим більше, це дасть розвиття побережжю нашому. Це, перш за все, село Парутино, которое, вы знаете, там находится архитектурный заповедник Ольвия, который знают все, и не все там были на экскурсии, но кто туда приезжает, именно на саму Ольвию, те, ну вот мои все знакомые, друзья, они все поразились, что действительно, что мы маем такое, есть что посмотреть. Поэтому нужно развивать зеленый туризм, там есть лиман, там есть тоже, там есть что посмотреть. И экотрасса – это хорошая идея, и я думаю, что она получится. Я знаю, що в вашому районі збирати будуть кошти на її будівництво, да. І буде які заходи будуть впроваджуватися? Значить, 26 числа буде заход, ця організація проводить заход, уже в інтернеті є, там ожидається порядка 2-3 тисяч у приїжджих учасників, це буде заход проходити в селі Парутино, і всіх приглашаємо. Так, добре. Ну і наостанок хотілося б, щоб ви привітали миколаївців з наступаючим Днем міста, яке ми святкуємо вже завтра. Ну, дозвольте вас всіх, миколаївці, я сам миколаївець, мешкаю в Миколаєві, привітати з наступаючим Днем міста, побажати нашому місту процвітання. Я впевнений, що у нас все вийде. Ну що ж, добре. Дякую вам за змістовну бесіду, за те, що сьогодні ввечері ви були в нашій студії. Сподіваюся, що все вийде у ваших громад, і у вас особисто. І дуже дякуємо за ефір, за привітання і за щирі ваші побажання. Дякую. Нашим телеглядачам свечергу хочу нагадати, що гостем нашої студії був сьогодні Сергій Самоуков, голова Очаківської райдержадміністрації. Вам хочу, наші шановні, побажати приємного вечора і до зустрічі найближчої в ефірі.